Осуждают то, чего не понимают. Привет, и Даша, и у Олечки Барнаки подсмотрел дело так называется «Если бы я был писателем». Если бы я была писателем. Довольно давно не было уже таких видео. Так что вот, представьте, пожалуйста, что вы написали свою первую книгу. В каком жанре была бы написана эта книга? Это определенно был бы какой-нибудь исторический роман с таким уклоном немножко в мистику. Кто был бы главным героем? Мужчина, женщина, ребенок, животное, внеземное создание. Или главных героев было бы несколько? Главных героев всегда несколько. Как минимум, это хороший человек и злодей. Как максимум, что-то большее. Ну, скорее всего, у меня были бы мужчина и женщина. На читателя какого возраста была бы ориентирована эта книга? Дети, подростки, молодые люди или люди постарше? Ну, полагаю, где-то на возраст от, я не знаю, 14 и до 102. Я вообще не приверженец того мнения, что у определенных книг есть свои какие-то возрастные категории, исключая, конечно, те, которые слишком откровенны, если вы понимаете, о чем я. Вы бы использовали псевдоним или указали свое реальное имя? Ну, естественно, как человек, который увлекается своей родословной, я бы указал бы настоящее имя. Хотя, если бы мне этот вопрос задали, когда я еще училась в школе, я бы ответила, конечно, псевдоним. Как бы вы оформили обложку своей книги? Ну, как издатель порекомендовал, так бы и оформила. Что-нибудь такое без спойлера. Потому что бывают иногда такие книги, где по обложке можешь догадаться. Полагаю, наверное, все-таки это было бы что-то абстрактное. Хотели бы вы, чтобы вашу книгу экранизировали? Нет. Я достаточно мало знаю примеров хорошей действительно экранизации. И так что лучше никакой экранизации, чем плохая экранизация. А учитывая, что у плохой экранизации шансов больше, чем у хорошей, лучше уж никакую. Были бы в этой книге иллюстрации? Нет, я так и не думаю. Зачем? Ну так, буквально одна-две. Черно-белые. Какие-нибудь такие символичненько. Вот на этом все. Если мне разучилось видео снимать. Прекрасного вам настроения. Пока.